В Дагестане на воздух взлетела газовая заправка. Пострадали 3 человека, один из них в очень тяжелом состоянии. Вот это, видимо, мы получили от нашего мобильного репортера. Произошло все это в Хасавюртовском районе на 740-м километре федеральной трассы «Кавказ». По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка горючего. Возможно, была повреждена одна из цистерн. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлекли больше 50 человек и 14 единиц техники. Один из пострадавших – это сотрудник АЗС. Второй – водитель, который подъехал заправить машину. А вот про третьего пока ничего не известно. Всех мужчин госпитализировали с ожогами и ранениями. Движение по трассе «Кавказ» не перекрывалось.